кошмар. Что врачи сделали Заворотнюк? Появились новые подробности относительно Анастасии Заворотнюк. Говорят, медики подобрали артистке нужное лечение. Состояние Анастасии Заворотнюк остается тяжелым, однако врачи определились с тактикой лечения. Первостепенным является антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга, утверждает телеграм-канал Мэш. Артериальное давление артистки поддерживается с помощью препаратов. Возможно, врачи решились на лечение после того, как состояние исполнительницы роли няни Вики улучшилось. В близком окружении актрисы, ссылаясь на слова ее директора Марины Потаповой, рассказали, что у Анастасии Заворотнюк появились шансы на выздоровление, причем немаленькие, якобы она вышла из комы. На днях возле клиники, где находится артистка, были замечены ее старшая дочь Анна, а потом муж, фигурист Петр Чернышов. Аня принесла матери воздушный шарик. При этом родственники категорически отказываются комментировать информацию о Заворотнюке.